Вот и ты, Сэм. Ты очень рискуешь, находясь здесь сейчас. Это необходимо. Твой имплантант не работает, а эта информация не ждет. Мы нашли Рублев. На нем тренируются люди Масуда. Добавь к этому тот факт, что образец из Шанхая оказался красной ртутью. Я должен закатить гранату под стол переговоров? Нет, если ты уберешь Эмиля, мы рискуем потерять Масуда и Такфира. А нам нужно взять их всех вместе. Жаль. У твоего приятеля Эмиля есть все для создания бомбы. У его друга Масуда есть танкер для ее доставки. Мы же должны ждать, пока все части головоломки соберутся вместе. Он мне не приятель. Рад это слышать, потому что иногда мне кажется, что я больше не твой друг. Нужно, чтобы ты проник в его кабинет и раздобыл информацию о том, над чем он работает. Идет. Обещаю, я не оставлю тебя без поддержки. Что ты тут делаешь? Бубнер? Если не тренироваться, можно жиром заплатить. Думаешь, эти балетные вот ты где? Вот ты где? Обычно мне не приходится разыскивать мужчин. И что? Да ничего. Пойдем, я хочу попросить тебя собрать несколько мин. Чуть не забыла. Помнишь нашего пилота, Снеговски? Ему не повезло. Если ты перенесешь его труп из лазарета вниз в котельную, я буду очень признательна. Расплюнуть. Если бы ты взялся, было бы здорово. Все же главное — это собрать мины. Они понадобятся Эмилю для его путешествия в Киншасу. Если бы ты этим занялся, ты бы меня очень выручил. Я очень тронут твоим доверием. Спасибо. Мне пора. Эмиль ждет меня в своем офисе. Постараюсь вернуться быстрее. Я сделаю все, что смогу. Уверена, у тебя получится. Вилла Бланка. Спасибо. Энрика. Эмиль, я как раз шла в твой кабинет. Не надо. Как там мины? Фишер их доделывает. Надеюсь, у него твердая рука. Я тоже. Вот что. Ты уверен, что мы должны провести испытание? Да, мы должны заявить о себе всему миру. Но мы можем проверить детонатор и не убивая этих людей. Позже мы убьем много больше. Поверь мне, их жертва не будет напрасной. А если бомба не взорвется, то мне придется убить кое-кого вместо них. Ты меня понимаешь? Да, Эмиль. Хорошая девочка. Поговорим с тобой позже. Thank you.
дела? Если спецназ не ломится в штаб, считай, день прошел удачно. Это точно. Продолжай думать так же, пока мы не закончим работу, слышишь? Слышу, браток. Как тебе на воле? Все здесь лучше, кроме еды. Верю. Хорошо, что ты вернулся. Хорошо быть снова дома. Ладно, пойду проверю, как дела у Салли. Увидимся позже. Пока. Это прерогатива Николса. Эмиль Дюфран.